Привет, друзья! Это видеоролик по Dead by Daylight. С вами Спектр. Сегодня я поиграю за выжившего. И сегодня буду играть за Мэг Томас. Дабы вам было чуть-чуть поинтереснее, я сделаю немного по-другому. Я сыграю не одну игру, а две или три. То есть, если все пойдет хорошо, то сыграю три. Если не особо, то, ну, двух, думаю, будет достаточно. Опять же, стоит упомянуть то, что я в игру не заходил уже с прошлого видеоролика, поэтому ранг на выжившем у меня ничуть не изменился. Как был 14, так и остался. Первый влом поднимает, ребят. Вот раз 6-7 поднял, и банально просто вот... Ну, пока еще нужно перерывчик взять от ДБД, я имею в виду. Видеоролики будут, но сам заходить, наверное, в случае видео и буду. Бегать буду я сегодня вот с таким билдом. Самый стандартный для Мэг Томас — это адреналин, самолечение, решающий удар и спринт. Выберу крутоспринт, карта с аддоном, который увеличивает дистанцию пометки предмета на карту, и обнаружение черных замков. Ну, вроде бы я сказал все. Мэг Томас, первый престиж, 39 левел. Поехали, приятного просмотра. И, друзья, ставьте лайк на видеоролик. Чем больше лайков, тем быстрее выход следующего видеоролика по Dead by Daylight. На прошлом на данный момент их 37. Давайте, если наберем 30 лайков, то я пойду снимать следующий видеоролик по Dead by Daylight. Ну что, друзья, погнали. И, дорогие друзья, я совсем забыл, сегодня же у нас ДБД, китайский Новый год. Именно поэтому мы сегодня побежим в новой китайской футболочке для Мэг Томас. По поводу штанов, штанов нету, поэтому, друзья, погнали. Не могу не заметить то, что Мэг Томас выглядит просто потрясающе. Именно моя, а не та, что левая. Ну, ей, в принципе, идет эта стрижка, эта футболка, эти штаны. И таймер остановился на 47 секундах, так что просто ждем. Знаете, с другой стороны, пока я нашел другое лобби, можно посмотреть на футболочки для остальных выживших. Я ready пока что... Ой, наоборот, unready нажму. Давайте на Дуайта глянем быстренько. Вот футболочка на Дуайта. А потом Кладет. Вот на Кладет футболочку добавили. Далее Джейк Парк. Вот у нас с вами красавец Джейк Парк. И, так, Нея Карлсон. А на нее нет футболки. И, видимо, на Лори тоже. Ну да. Не, нету. Ладно, все, ребят, теперь точно берем Мэг Томас с картой и погнали. Мое подношение сработало. Китайский Новый год начинается на Крутоспрен. Итак, друзья, приятного просмотра. А я выдвигаюсь. Итак, друзья, у нас с вами карта. И Хилбили! Друзья, я не был в игре очень давно, так что если местами я буду лажать, то сразу прошу прощения. Друзья, 30 лайков, 30 лайков, давайте договоримся, вы же любите ДБД. Ну и надеюсь, меня же вы тоже любите, да, ребят? Давайте, ребят, 30 лайков, иду снимать следующий видеоролик по ДБД. Ни денег, ничего вообще не нужно, просто 30 лайков, ну, это ж не сложно. Просто тыкнуть кнопочку, да, подписаться. Ой-ой, 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 ой-ой. Хилбили, хилбили. Китайский Новый год. Она доски кидает, я понял, я понял, я понял. Ждем. Так, окей, друзья. Мэг, у тебя все нормально, да? Все, чини. Вот так вот камера. Она наверху упала. Слушайте, я уже отвык абсолютно от ДБД. Мне срочно надо в ДБД поиграть по... больше, почаще. Так, он ее несет в подвал, походу. У меня фонарика нету, а доски я, наверное, не буду ронять. Так, подвал. Теперь я знаю, что подвал в Крутусе. Он сейчас за мной пойдет, наверное. Ой-ой-ой! Привет, братан. Здорово, брат. Брат, собрат. Брат мой названный. Я не знаю, будешь ли ты кемперить, но... Ребята, у меня очень своеобразная тактика спасения сурвов. То есть я как это делаю? Я жду, когда заведется один гейнер, и только потом иду спасать сурва. Понял. Я не кидалово, понимаете? Ответы про кидалово я уже... Точнее, не ответы, а комментарии по кидалово я уже почитал к Left 4 Dead 1. Мне там писали, что я кинул бота, поэтому я даун. И чмо.
Окей! А ничего, что это боты, и им свойственно умирать в компьютерных играх. Ладно бы это был реальный человек, он бы там взбесился, клавиатуру разъебал. Или просить за мат, пожалуйста. Я не знаю, он сейчас ушел или нет, но... Ребята, я уже сказал вам свою тактику. Чинится один генер, я иду спасать. Один генер на одного выжившего. Он кемперил, ребят, он кемперил, все. Взятки гладкие. Он просто кемперил. Я бы сейчас, конечно, мог успеть спасти, но... Но мне лучше бахнуть генер, да? Слушайте, надо починить два генера. У него Айронграсс, походу. Да. Прикольная футболка на Мактомус, да, смотрится? Окей. Один парень довеселся. Один решил свиглиться. Знаете, такие люди, которые виглятся, я просто готов таких отправить в ад. Он даже сдался. Ну, я походу играю где-то с рангами 20-ми, я думаю. Окей. Примонишна у меня нету. Но я надеюсь, что я убегу. Я понял, я понял. Чиню генер и ищу люк. И даже Decisive Strike нету. Все, я просто ищу люк. Иди нахер, я просто ищу грёбаный люк. Так, ну генера я вижу. О, не-не, грасп походу либо минимальный, либо... Его вообще нету. Я думаю, это грасп первый, ребята. А, тут еще и крюки ломали. Ну, тогда все понятно. Слушайте, я пойду искать люк, хотите вы этого или нет, ребята? Ребята. О, тотем. О, фак. Что ты делаешь? Так, тихо. Он не за мной пошел. Твою мать! Давай. Собака тупая. Иди нахер. Иди нахер, просто иди нахер. Тихо. О, ребята, потно. Или нет? О, фак. О, нет! Твою мать, я этого не заметил. Мне конец. Мне конец. Прощайте, братцы. Походу, мне реально конец. Или нет, лол. Лол, пока я жив, мне надо срочно отсамохилиться. Это ты зря делаешь. Так, братан, ты давай это. Либо мы бегаем, либо мы... Фапаем! Не! Алы-лы-лы-лы-лы-лы-лы. Ты издеваешься. Если я сейчас упаду, мне конец. Я упаду. Да. Ну, ребят, это забей. Просто забей. Я сейчас, конечно, юзану Decisive Strike еще, но... Люк я так и не нашел еще. Пока. Ну мы еще увидимся, чувак, мы увидимся, я знаю. Ты меня просто так не оставишь. Либо ты знаешь, кто я, либо ты просто меня не оставишь в покое. Лол.
Ну, походу, мне реально конец. Найн. Нет, серьезно, тут досок нету. Уху, бичес. Давай, братан, побегаем. Знаете что? Мне одной игры вполне хватает. Да иди нахер от меня. Ту-ду-ту-ду-ту-ду-ту-ду-ту-ду-ту-ду-ту-ду-ту-ду. Здорово. Знаешь, что я тебе скажу? Иди нахер, оставь меня в покое. Что тебе от меня нужно? Я никакой неизвестный человек. Я никому не известный. Оставь меня в покое. Окей, бро, сюда не залезешь, да? Ну, он меня не оставит, ребята. Ну, ё-моё. Он перелезает, да. Я не знаю, что делает этот Ситис, но твою мать! Ты чини генеры, придурок! Я тоже раненый! Я просто раненый! Раненый! Та-да-та-да! Let's go, boys! Досок нету, если он меня сейчас ловит, то мне конец. Suck my dick! My dick is very big! Oh, fuck! Слушай, оставь меня в покое, я клянусь! Я в милицию на тебя заявлю! Блин, ты заколебал меня, серьезно, я... Я отвечаю! Уйди! Все, уйди! Уйди! Чувак, просто уйди! За все это время, пока я бегал от него, Ситис нихера не делал! Слово Ситису! Ну понятно, лол. Киллер стан. Да на кого ты тут? Я не знаю, что я делаю, ребята, но это самая конченная игра за Мэг Томас, которую вы когда-либо увидите на русскоязычном ютубе. О май гад. Можно мне наконец похилиться? Охренеть, захотел поиграть на Кротус-прене. На, Сергей, получай. Получай свой Кротус-прен. С киллером в придачу. Короче, этот Ситис нихера не делал всю игру. Пока я бегал, он не починил ни одного денера. Я починил зато денер. Я жду тебя. Все, убей его! Убей его! Просто убей его! Просто убей его, чувак! Просто убей его! Как-нибудь! Он, походу, люк нашел. Слышите, что он, походу, люк нашел? Да. Похоже, он люк нашел. Я не пойду его спасать. Иди нахер, чувак. Он просто нашел люк и всю игру ждал, пока меня убьют. Вот это называется тимплей 20 ранги. Ну ладно, это, конечно, немного выебон сейчас был, но... Ребята, а в чем я не прав в данной ситуации? Я, конечно, понимаю, что парень думал, что я упаду рано или поздно, но... Я же не упал! Я не паду и минуту, я не паду и 2 минуты, я не паду и 5 минут. Ну, можно уже понять, что тиммейт не такой уж и лошок попался тебе, ну. Теперь это старожило, походу, будет на люке сидеть. Не, ребят, я передумал, походу, сегодня будет одна игра. И это будет вот это. Это, знаете, пробный эксперимент. Он меня видел, да? Побежали. Люк. Ребят, нам надо найти люк. Люк.
Скайуокер! Люк! Люк! Да где же Люк? Люк! Может, этот чувак Люк знает, где находится? Он, походу, нашел его. Я застрял временно. Этот чувак знает, где Люк находится. Но я все еще не уверен. Блин, какая же это конченая игра, ребята. Не Dead by Daylight, а вот это вот. Просто в которой я сейчас, а. Вон Люк находится, вижу. Блин. Я все это время, оказывается, знал, где он находится. Окей, у меня есть вариант. Не-не-не, у него бензопила. Он меня уложит сразу же. Если я только попробую подойти к Люку. Да, он знает, где Люк, и он там стоит. Забейте, я не знаю, как мимо него пройти. Если бы у меня был решающий удар, я бы попробовал. Давайте попробуем его обмануть. Боже мой! Это была самая конченная игра! Я таких кор никогда не играл в Dead by Daylight, ребята. Она шла где-то минут 15 или 20. Вы не поверите, но я аж вспотел немного. Блин, походу, сейчас реально придется в душ идти. Я херею, ребята! Это была самая конченная игра в Dead by Daylight. А как же я долго ее играл, просто... Давайте прокачаем Мэк Томас. Как же это было долго просто. Невероятно. Все. Ну что, народ, это была самая дебильная игра в Dead by Daylight, которую вы только что видели, и одновременно самая лучшая. С вами был Спектр. Подписывайтесь на канал. Ставьте лайк на этот видеоролик. И... всем пока. Покажите это видео своим друзьям.